В Саратове обсудили судьбу некоммерческих организаций. В городе впервые прошел съезд НКО. Сегодня в Саратовской области существует чуть меньше 3000 структур, которые занимаются общественной деятельностью. На площадке социально-экономического института организовали несколько тематических секций. В фойе развернулась ярмарка социальных проектов. Представители некоммерческих организаций говорят, что толку от их деятельности будет больше, если бизнесмены будут чаще оказывать поддержку при реализации проектов. На региональном уровне разработали концепцию развития НКО Саратовской области. Цель концепции – установить равноправие в отношении с государством и бизнесом. К концу августа документ может быть принят, но он рассчитан на долгосрочную перспективу. В концепции обозначены принципы развития гражданского общества, способы взаимодействия с государством и бизнесом, а также ключевые направления, в которых нужно развиваться. Организаторы съезда некоммерческих организаций говорят, что он может стать ежегодным. Наша задача – привлечь внимание, в том числе и органов исполнительной и законодательной власти, с тем, чтобы им на местах оказывали поддержку, чтобы они были вовлечены в диалог с властью, чтобы могли, так сказать, свои идеи, предложения реализовывать. А они, все эти предложения, идеи, они направлены на улучшение жизни наших саратовцев.